Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю обалденное блюдо. Это вот такие классные лопухи, свиные уши. Как бы их тут красиво сделать. Один правый, один левый. О! Примерно вот такие. Мне попались свиные ушки. Вообще они стоят от 60 до 100 рублей за килограмм. Я их нашел всего по 20 рублей за килограмм. Свежайшие ушки, даже не замороженные. Вот такие. Здесь много мяска всего. И теперь я их буду готовить. Супер рецепт. Самое первое, это я разрезаю уши на несколько частей, чтобы они меньше занимали объема. И, конечно же, я знаю, что вы начнете сейчас мне писать: в ушах были козявки, грязь. Я полностью все здесь почистил, вырезал само отверстие, куда звук заходит. Поэтому ушко чистое и идеальное. Все прекрасно. Я вот так их быстро-быстро режу на вот такие крупные куски. Потому что у меня уже в казане закипела водичка. И нужно их готовить. Головы от пшеничного самогона. Лучшее средство для розжига костра. А как сделать обалденный, самый лучший в мире пшеничный самогон, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Пусть водичка закипает. Классно пахнут ушки, настоящий бульон из свинки, домашняя свинка, пахнет, как ее коптили, не коптили, а обсмаливали на соломке. Бульончик будет обалденнейший. Класс, пусть варится. Ушки уже почти приготовились, а сейчас я возьму вот столько имбиря, свежего ароматного имбиря. Я его даже чистить не буду и порежу на тонкие-тонкие лепесточки. Дело в том, что я думаю, что самый смак имбиря именно вот в этой подшкурной пространстве. Потому что здесь больше всего, наверное, эфирных масел. Поэтому я возьму и тонкими-тонкими пластиночками порежу имбиречек. Ушки, красавчики. Весь бульончик выкипел, остался самый навар. Я его сохраню для самых вкусных блюд. Имбирчик. И чесночок. Красный острый перец чили. Свиные ушки уже классно обжарились, они закарамелизировались, с них вытапливается жирок и они уменьшаются в объеме. Теперь я сюда добавляю совсем немного имбирного сиропа, он нужен здесь обязательно. Как сделать очень быстро и легко имбирный сироп, ссылочка вот здесь сверху.
сироп даст хорошую карамелизацию всему и ту необходимую сладость, какая будет очень важна и будет цениться в соусе, который я сейчас буду добавлять. Вот я уже слышу аромат карамельки. А теперь хороший китайский светлый соевый соус. Ушки я не солил, когда они варились, и не солю сейчас, потому что соевый соус достаточно соленый. И совсем немного темного соевого соуса. Имбирь, чесночок, острый перчик, все сюда. Полкилограмма имбиря, немножко меньше молоденького чесночка, острый перчик чили. Класс. Домашний вискарик, классный, настойный на дубовой щепе, пшеничка, рожь и ячмень. Ай, красота. Ушки. Я даже не могу поверить, что здесь целых 3 килограмма ушек, полкилограмма имбиря и еще вот такая пригоршня чесночка. Холодненький. Он просто замороженный. Надо в ротике греть. Очень интересное сочетание разных текстур. Именно хрустящие хрящики из ушек и мяско с жирком именно из мочек ушей. Так классно. Прекрасно сюда подходит еще смесь соевых соусов. Острый перчик чили. Имбирчик так все оттеняет. Настолько это колоритно. И травка. Инза. Перчик. Имбирь и чесночок еще. А имбирчик где? Вот он. Получилось необыкновенно вкусно, но все-таки я бы еще сюда добавил намного больше соевого соуса, еще имбиря, еще чеснока. Просто у меня не было ложки, чтобы это все попробовать. У меня была просто огромная шумовка. Я сегодня все забыл, поэтому в любом случае это обалденно вкусно. Готовьте по моим рецептам. Пишите в комментариях, как вам понравился мой рецепт свиных ушек. Ставьте такие огромные лайки. Если вам понравился мой домашний вискарик, ссылочка, как сделать вкусные домашние вискарики, вот здесь вверху. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.